Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы играем в Clash of Clans. Всем привет, дорогие друзья, ну что же, у нас началась война, да? Да, ребята, у нас клановая война, мы, ну, естественно, не первая, она уже шестая или седьмая по счету у нас. И, ух ты, кто-то наше зеркало атаковал, ты смотри-то какие, а, ребятки, молодцы. Ну что, как у нас успехи-то вообще в целом? У нас пока... Слушай, ну как у нас успехи? У нас 9 атак, 19 звезд, неплохо. Вот здесь в деталях войны можно все посмотреть. Смотри, видишь? Все как? Подробненько, конечно, да? Конечно, все подробненько. Моя команда, кто сколько использовал, кто сколько взял звезд. Вот Саня вообще красавчик, 98. Кстати говоря, давайте посмотрим, как Саня атаковал. Давай посмотрим, да? Не против, Саня у нас топ, поэтому... Так. Давай посмотрим, что... Кого он же атаковал у нас, да? Так, он атаковал у нас, я так понимаю, зеркало. И давайте в повторчик посмотрим. Тактика, ух, тут ух у нас ты, какая КВ. Я даже, честно, на самом деле, пока мы еще, ребята, в ней не разбираемся. В таком уровне прокачки, но где-то девятая точно есть, наверное. Ну, слушай, здесь что-то прям какой-то жескач, да? Так, он начинает снизу, да? Отправил... Да, начинает снизу, отправил колдуна. Мага. Да, колдун. Ух ты ж, смотри, сколько фогов. Коглайдер, обалдеть. Ты смотри, как они бахают-то сильно, а? Вот это да, слушай, вот это разнос. Офигеть. Они прям через стены, да, все перепрыгивают. Да, они перепрыгивают через стены, все прям разносят. Но у нас пока хогов нету. У нас слабенькая ТХ-шечка, слабенькая. Смотри, арбалет там просто напрягался. Слушай, хограйдеры прям сделали, да, свое дело, прям бодро очень зашли. Ах, вот здесь вот поздновато хилку кинул, но Саня в курсе наверняка. Ну ничего страшного. Не нам судить. На морту пошли там райдеры. Да-да-да, смотри. Смотри, какая... я так понимаю, а, нет, это противника вот этот вот, герой, да? Да-да-да, ну, как он называется-то? Принц. Да, принц и защитник. Король. Так. Слушай, ну, очень бодро, да, по всему? Да, вообще очень бодро. Я так понял, что ратушу не снесли, наверное. Смотри, как маги атакуют. Маги у нас 6-го левела. Саня прям молодец. А нет, ратушу снесли. Чуть-чуть не добил что-то. Да, что интересно, он не смог добить-то. По итогам, да? Офигеть, слушай, какой хороший бой. Саня красавчик. А смотри, там слева, оказывается, тоже какая-то атака ведется. Вот внизу, чуть пониже, ниже. Вот здесь. Да, лучницы стоят и пытаются забор пробить. Что-то они как-то не в тему, да, тут? Да, все, вынесли, я так понимаю, короля. Вынесли короля противника, вон он стоит ошеломленный. Слушай, и арбалет-то там... Пыжится, арбалет, да? Еще, да, арбалет очень круто выносит, на самом деле. Крутая тема. Да. Так, ну что же, в принципе, осталось здесь совсем немножко. Да, ну вот видишь, чуть-чуть не хватило чуть-чуть вот здесь вот, да, раз, два, арбалет и... Да, арбалета, да, а, да, ну и еще тебя. Этот, еще лагерь военный. А, нет, лагерь снес. Арбалет не взял, блин, смотри, обидно. Да. Обидно очень, что арбалет не взял, так бы 3 звезды было. Ну ничего, отличная победа, Саня красавчик. Вообще красава. Да, и сейчас, ребятки, мы попробуем. Правда, наше зеркало уже взяли. Вот в чем дело, у нас, видишь, какие ребята активные-то, молодцы. А кто наше зеркало? Ой, тут еще, смотри, в прямом эфире можно посмотреть. Да, кто сражается, давай посмотрим. Да, давай посмотрим. Опа, смотри, через шары идет. Так... Это Дима, да, у нас, да, получается? Дима. Дима атакует. Дима атакует. И... Слушай, я понимаю, у него очень большие шансы, да? Да, вот только воздушку вот эту вот, ПВОшку снести ему. Да, просто, видишь, она сейчас да, будет да. Издалека. Ух ты, слушай, неплохо она, да, так снимает прям эти шары. Да, надо было на нее, что-то он как-то это... Да, давно бы уже пора было ее. Ты что, ждал? Ну, он думал, что нормально она справится, но видишь... Так она... Ну, на одну звезду все равно он взял, да, получается? Ну, одну звезду, да, слабовато, конечно. Да не, возьмет больше, возьмет две. Две возьмет, думаешь? А, нет, не возьмет. Нет, у него больше никого нету, и две, наверное... Не, ну слушай, здесь одна пушка осталась. Да, думаешь, потихонечку если добьет. Если пушку сейчас вот эту вот возьмет, и маркира где-то, или что это бомбит-то такое? Он, понимаешь, он внутрь не может зайти, это по итогам. А, да. Лучница стреляет, потихоньку, плюх. Да, пушку не забрал. Пушку, если вот эту забрал, то добил бы всю базу, а так... Видишь, 83%. Ну ничего страшного. Смотри, ну голду он потихоньку. Голду собирает немножко. Ну это фигня на самом деле. Сколько там времени у него осталось там? 50 секунд. Ну ничего, мы выйдем.
Ну, смотри, вот она. А, противник атакует. Ну-ка. Майка атакует, смотри. Ой, все уничтожено на 3. Ух ты, слушай, Майка разнесли, что ли, да, там погоны? Да, Майк, ты смотри, ну, у Майка немножко прокачка сейчас, слабенько. Что-то у Майка, да, как ну, бы он здесь только недавно начал играть, видимо. Все понятно. Вместе с нами. Или, может, давно играл и забил. Может быть, может быть. Ну, что поделаешь, что поделаешь, ну, конечно, да? Тем более его смотри. А, его ничего себе 40-й атаковал. Так, а мы хотели атаковать нашу ТХ. Слушай, еще кто-то атакует. Ух ты ж. Это, кстати, второй аккаунт Илибри, некто. Да, ребята, ну что ж, продолжаем. У нас затупил Wi-Fi. Так, ну что же, ребятки, атакуют наши потихонечку. И попытаемся атаковать мы. Правда, наше зеркало взяли. Ну, тогда, значит, кого-то еще. Слушай, давай шпионить. Давай посмотрим, слушай, да? Тут с расстановкой какая-то беда была. Давай посмотрим повтор, как брали наше зеркало. Тут же на изи вообще можно взять. У него вся атака, блин, вот здесь вот. 3 пушки, 3. Я что-то не пойму, почему он. А, у него, смотри, у него этот дракон. Ага. В подмоге. И дракона надо снимать. Дракона надо... А, он, ну да, он правильно сюда пошел, потому что здесь какая-то... как она называется? Да, крепость клана, вот. Ага. Крепость клана, и поэтому надо было выманить дракона, так бы он полетел и начал бы всех дамажить. Да, ну что же, мы-то будем атаковать? Да, ничего себе, слушай, у него и этот, неплохо он взял. Мы-то будем атаковать, только кого, вот интересно. Давай посмотрим, что тут у Рустика у нас. Димас атаковал, вот Димас, кстати говоря, Саня предложил кикнуть, потому что... Ребята, какой у нас принцип вообще ведения КВ? Мы атакуем изначально на зеркало. Зеркало, что такое, кто не знает. Вы имеете порядковый номер на КВ. Вот мы 38-й, наше зеркало 38-е. Кто атаковал зеркало, кто его взял на 3 звезды, тот пытается атаковать 37-е, то есть верхнее, потому что это вы осилили на 3 звезды, значит следующий противник будет уже сильнее. Если на 3 звезды не взяли, атакуем нижнее. Но опять же, по согласованию, да, то есть если... пишем там Саруком, старейшинам, спрашиваем, кого нам атаковать. Саня, Элибри, Никита и Лараменди. Они должны быть онлайн и... Обязательно вам подскажут. Да, обязательно подскажут. Их трое, в любом случае кто-то или мы будем онлайн. То есть четверо людей могут подсказать, на кого атаковать. Чтобы КВ проходило нормально. Вот, еще кто-то звездочку у нас заработал. Отлично, молодцы, ребятки. Да, но сегодня как раз выходные... начались у нас. Видео выйдет у нас в воскресенье, да, получается. И в выходные все дома, все играют, все активно, это хорошо. В будни кого мы будем атаковать-то? Кого мы будем атаковать? Сейчас посмотрим. Посмотрим вот этого персонажа у нас, Рустика. Так его уже взяли на одну звезду. Ну, взяли на одну звезду, но мы не возьмем его 100% больше, потому что у него ТХ 7 или 8. Да, это, конечно, тяжело. Так, хорошо. И кто же нам тогда... Ну, давай попробуем наше зеркало взять. Давай попробуем, давай. Там у него давай. Дракон, да? Да, у него дракончики есть, и мы знаем, что нужно атаковать со стороны. А мы, может, по-другому немножко сделаем. Ну, давай попробуем, давай попробуем. Ну, сейчас посмотрим. В бой? Да, поехали в бой. Надеюсь, армия у нас там достроилась. А, у нас заклинаний нету, блин. Заклинания, конечно, очень нужны. Нет у нас заклинаний, ребята. А хотя у нас разрушающее заклинание. Хотя два заклинания разрушающих, одно заклинание разрушающее бы, конечно, нас немножко спасло. Слушай, давай посмотрим 39-го, потому что на 38-го, наверное, мы не сможем. Ух, здесь тоже мощно. Мощно! Так, ну давай зеркало пробуем в любом случае. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Поехали! Пробуем наше зеркало атаковать. Ух, ребятушки, я уже думаю, что это будет тяжко. Да, будет тяжковато. У него здесь вот самое главное вот эти вот мортирки вынести. Видишь, 3 мортирки стоит. Ага. Надо бы их... Так, давай попробуем выманить. Есть у нас дракон. Понятно. Дракона надо разносить обязательно. Так, но пока что-то как-то дракона не особо разносится, мне кажется. Сейчас разнесем дракона. Ну, короче, мы тоже начали атаку снизу и все вместе идем. Все да, все вместе ох, идем, ты, но слушай, видишь, мортира очень сильно. А там, слушай,
Да, что-то прям мортиры нас конкретно, да, так прям. Да, мортиры очень сильно подбивают наших лучниц. Да и наших этих здоровячков-то завалили. Слушай, а у него 4 мортиры стоит. Да. Нифига себе. О, крепость клана. Оу, хотя бы на одну звезду взяли, ребята, это хорошо. Ну супер. Ой, уже... не крепость клана, а ратушу. Ратушу, ратушу взяли и уже одну звездочку себе заработали. Неплохо. Так, мортиры отвлеклись. Одна на гига, другая вот. Сейчас мортиру снесем, может быть даже что-нибудь и получится у нас. Думаешь, что-то еще годное можем получить? Ах, вот эти две мортиры. Лучницы, конечно, здесь, понимаешь, еще. А, лучницы еще стоят. Да, до лучниц сейчас не дойдем. Да. Ну что же, одна звезда, я как понимаю, да, и... Смотри, 5 наблюдателей, ребята наблюдают за нами. Как всем атакуем... привет! Да, всем привет. Всем привет. Слушай, а что, мы 2 звезды взяли? 2 взяли, да. Нет, ладно. 2 это было. А, 2 было, не-не. Слушай, ну мы 100%, точнее, в победе возьмем 100% бонус 216 тысяч, представляешь? Обалдеть, вот это круто. Ну да, то есть атаковали, не взяли нам большее, конечно, количество, но, тем не менее. Да. Дитол говорит, Элибри, давай на 40. А что там на 40 у нас? А зачем на 40, если здесь... Ну, атакуем потом для бонуса, конечно. Да, да, конечно. Вот, а сейчас пока что, ребятки, пока что сейчас посмотрим, что у нас там на 40. Так, ну все, попробуем потом атаковать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ладно. Ну что ж, ребятки, вот такая вот у нас была КВ. Обязательно, кстати, правило, обязательно, ребятки, атакуем. 2 атаки, это очень важно. Кто не атаковал на КВ, тех будем банить, кикать и изгонять. Присоединяйтесь к клану, если будут свободные места. Кстати говоря, КВ закончится у нас завтра в 3 часа. И после КВ мы выгоним много народу. Так что завтра в 3 часа, ну, то есть завтра в 3 часа, это будет воскресенье 3 часа. Наверное, где-то видео выйдет в 2. Поэтому через час уже вы можете заходить в клан. Там будут свободные места. Да, ребята, присоединяйтесь, вместе с нами сражайтесь, побеждайте и всем удачи. Да, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пока. Пока.